Третий груз прибыл из-за границы от наших целей особой важности. Внимание! Один из грузовиков все еще в доках. Почему бы не вызвать сюда спектр и не потопить все это к чертовой матери? Это слишком важно, Браво-6. Вертолеты обеспечат прикрытие с воздуха. Давайте просто разберемся с этим делом. ИК-датчик обнаружил источники тепла в районе складов. Прежде чем заняться грузовиком, мы должны очистить эти здания. Моя команда берет первый склад. Браво-6. Эй! Начать выполнение! Ладно, друзья, перед нами склад. Бернс, мы наступаем, ты зачищаешь. Стрелять по усмотрению. Дорога свободна, идем. Нормально, чё. Так, ну я надеялся на то, что мы с воздуха будем бомбить. Так, чё тут у нас? Ладно, с этой поиграем. Где я за дверью? Не понял. Чисто. Снять их. Так, это наши. Но здесь у нас наша команда, наших ребяточек больше, чем в Африке. Так, посмотрим. Так, идем, идем тихо. В комнате чисто. Я немного помог нашему товарищу. Похоже, прямо за углом. Тут что? Ух ты, как я их тут. Может, мы вот в огнетушитель бабахнуть. Че тут филоните? Офигели, что ли, вообще? Да ёб, ну блин. Я не понял, мне прыгать или нет? Судя по всему, да. Ну-ка, сейчас попробуем с пистолетика. Прикольно. Так, ладно, берем пушку. Вау-вау, это опасная граната. Ну-ка. Почему ты не можешь прицелиться? Отлично. Давайте на мясо их тут всех. Все, что ли? Ну, нормально, так штурмуем. Ой. Ой, опасно было с машинками тут. Да чисто, чисто. Сейчас глянь, что там. Ух ты, ёпарасоте. Обалдеть. Ну все, горячка понеслась. Началась, точнее. Это плохие русские, да, я так понимаю? Или нет? Ополченцы. Ой. Обалдеть. Ну тут все, мясо началось чистое. На фаршах всех. Так, в окошке никого. За нашими ребятками идем. Ёп! Чё сделал? Во! Не ту кнопочку нажал. Было немного неудобно получилось. Кривовато. Так, это не наш? Да ёп твою дивизию! Ой, блин! Ладно, погнали побыстрее. Какой-то красной бомбочки я там что-то погиб. Да ёп! И куда он пальнул-то? Дома какие-то многоэтажки. Так, это наш. Ладно, будем осторожней тогда. Вроде красный прицел был, что-то.
А, ладно. Так, вот тут реально надо быть осторожней. Да ёп! Так, чё тут, красная бомба? Давай, туда им еще слепо. Все, и погнали. Да тут же был, ёп. Так. А, вон, ух ты, ё-моё, сколько их там. Машина, взрывайся давай. Так, греночки с них вроде дают нормально. Но их, они, их много, но они не слишком, не очень кучно стоят. Это небольшой минус такой. А, потому что гранатами их будет так вот сложнее сносить. Да, я тут нормально так зашел к ним. Ну, ты бочки тут стояли. Сейчас они ничего не видят. Во, давай, бабахни. Да, там вертолет. А чё, сразу нельзя было так? Так. Так, так, просто вот подходим к ним, на мясо их раскидываем тут всех. Они вообще, по-моему, не в силах. Не в такой неожиданный такой нежданчик был такой. Когда мы тут пришли, начали свои разборки. Так, патрончик бы надо собирать. Раз. А где оружие это все? Во! 300-ку уже. Нормально. Так. Да, ну тут их что-то очень много, мне кажется. А на сколько? Ну, вроде нормально. Ну так, средний. Ну, конечно, по сравнению с тем, что было в Африке, это просто, ну, нормально, я считаю. Отступают они, они все время отступают. Так. Ну-ка. А, ну мне стрелять надо будет. Ну, хорошо. Патронов бы надо было пособирать. Так, мне бы не вылететь. А чё, ни хрена не видно? Надо... Надо прыгнуть к ним на поезд туда. Потому что... Машиниста я пока не вижу даже, где он там. То есть у нас пока нет шансов, чтобы в него попасть. А чё мы так отстаём-то иногда? Бабах. Да. Ну, походу, это не московское метро, да? О, вертолет. Так, а чё они едут-то? Зачем они нам нужны-то? Я чуть не понял. Да ёп! Да ёп! О, попал. Ну-ка еще, баба. Где водила? Не водила, а машинист. Как, где он там? Или они о ком, я не помню. Вот пипец. Да тормози, куда ты едешь-то, ёп? А куда он едет, реально? Блин, ну тормозни ты. И ты боишься, что тебя завалят. Ну это вообще очень эпично. Ну все. Блин, у машины придавило, там вообще просто лепешка с ним должна быть. А куда они ехали? Они, наверное, от заднего вагона, который там за ними катился. Ну, скорее всего. Да ты еще живой. Браво 6, прием. Браво 6, вы меня слышите? Берц. Браво 6, доложи.
находится справа 2. Вас понял. Давай, Бернс. Кажется, теперь... Походу, у меня ноги от... Видишь, ног нету. Нет, они там, наверное, остались. Каким образом я иду, только не знаю. О, все, видите, оружие дали. Я уже какой раз замечаю. Нам оружие дают, мы сразу... Здоровье себе у нас поправляется. А это кто у нас? Вал... Крофт. Или... Не понял. Вол... Вал Крофт. Хрен узнает. Ой, один патрон был. Да ты еще живой. Какое? Армейское? Или что он сейчас сказал? Армейское гостеприимство. Ну, давай. Посмотрим, что за армейское гостеприимство. Вот это хочу попробовать. 50-50 патрон в обойме, я так понимаю. Ой. А, тут вроде глушитель, нет? Это, видимо, не глушитель. Полмегаситель, наверное. Вау. Полиция? Война, какая тебе... Какого хрена? Блин, да индикатор, он должен быть красным. Какого хрена? Это вообще моя, что ли, граната была? Ну, это смешно, ребят. Это бред. Реальный бред. Да ёп. Блях, ты муха. Все, все, все. Что-то я расслабился. Все, не будем спешить. Что-то я тороплюсь. Сейчас перезаряжусь. Так, сейчас посмотрим, что там у нас. Пистолет, да? Ну, все то же самое. Они разбегаются, гады. Ну ладно. Так, одна граната уже есть. Ладно, все, дохнуть больше не будем в этой игре. Стараемся. Прикройте. Зажимаем на них просто. Так, надо пособирать с них. О, рукопашку пошел. Так, это гражданский. А если вот так сделаю? Хоп. О. Да ёб, ну-ка еще раз. Пипец, сам главное не слиться. Нормально. Грена. Да, ну и отдача дикая. Ну, пистолет, что еще? Конечно, отступают. Кто будет со мной тягаться? Да погоди, у меня патрон нет. Точнее, есть, но перезарядить. Да как вы простреливаете? Не, ну, я, конечно, понимаю. Хотя... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Со всех сторон грена. Чё ты их поднимаешь странно? Так, я чё-то не вижу. Да все уже дотратим грена. О! И все, пока они тут в ахере. Ой. Прошу прощения. В офиге, мы тут... Опа, это что такое было? Пол, что ли, подлетел? Мы тут с ними... разбираемся. Ой, и снова три грены. Они прибывают к месту происшествия, Браво 6. По-моему, там не гражданский был только что. Так, ну у меня билета нет. А, ну так можно? Ну ладно. Если можно, то я не против. А, так это наши были. Сейчас пальну. Внимание всем командам. Грузовик направляется в вашу сторону. Он уже рядом. Отцепи территорию. Мы в Лондоне, Биг Бен. Всем блокирующим. Расположиться друг за другом.
Ну-ка. Кто будет открывать? Я, нет. Не понял. Все нормально? Ты снимаешь? Итак, третий день. О! Отправляемся. Сара, скажи, Вадик, куда мы идем? А я знаю этот момент. Правильно, к Биг Бену. Я слышал, тут где-то пасхалка есть. Типа стоять надо долго. Сейчас постоим, посмотрим. Ну, чуть-чуть подождем. Я так понимаю, долго надо стоять. Дорогой, ты все пропустишь. Ссать хочет, видишь, камера трясется. А, блин. Ой, куда-то отлить-то. Давай, иди сюда. Ну, давайте постоим еще чуть-чуть. Я не знаю, сколько надо стоять. Ну, минутка сейчас, видите, там 0,50 секунд. Дорогой, ты все пропустишь. Да что пропускать? Я вон отсюда все вижу. Лондон, мой Биг Бен. Ну? Давай, иди сюда. Сколько? 5 минут, что ли, надо стоять, чтобы пасхалка сработала? Дорогой, ты все пропустишь. Дождь, по-моему, начинается. Давай, иди сюда. Ну, давай. Или как тут пасхалку-то надо? Что делать? Я просто не знаю, я думаю. Дорогой, ты все пропустишь.